Канада отмечает 150 лет основания государства. Во всех уголках страны проходят праздничные церемонии, парады, концерты и представления, выступления хоров и оркестров. Вечером небо над страной раскрасят праздничные фейерверки. С национальным праздником от имени белорусского народа и себя лично президент Александр Лукашенко поздравил генерал-губернатора Канады Дэвиса Джонстона и народ этой страны.